18-летний Костя Соколов – яркий пример человека, который, несмотря на неутешительный диагноз, постоянно развивается и каждый его день наполнен интересными событиями. Психоречевые нарушения, полученные из-за родовой травмы, не помешали молодому человеку окончить одну из видовских школ, а после и поступить в колледж. Он, конечно, социализированный у меня ребенок, то есть он у меня и в магазин ходит, и на занятия самостоятельно ездит, и много что и по дому может сделать. То есть, в принципе, стараемся, ну, как бы развивать максимально его, подготавливать к будущей жизни. Костя добивается успеха в любом деле, за которое берется. Своеобразная стена славы в квартире Соколовых – наглядное тому подтверждение. Здесь многочисленные награды и грамоты. Такой коллекции позавидует каждый. В разное время в жизни молодого человека были театральный кружок, студия лепки, плавание. Но самые любимые его медали – за достижения в конном спорте, которому отдано больше 7 лет. Как шутит Светлана, энергии сына хватает на 10-рых. Кстати, и в быту Костя – главный мамин помощник. Но он может, в принципе, сделать все. И пропылесосить, и помыть полы, и помыть посуду. Надо что-то прикрутить. Прикрутит. Отбить, отобьет. Что нужно, то и делает. Конечно, семья играет огромную роль в жизни Кости. Это и поддержка, и вдохновение, и любовь. Горячее материнское сердце всегда по-хорошему болит за сына. Костя для меня, в первую очередь, мой ребенок. Несмотря на то, что сколько ему лет, не было бы, да, то есть для каждой мамы, и 40 лет он будет ребенком. Ему сейчас 18 лет, и это самый мой любимый человек. Вы гордитесь Костей? Конечно. И Ленинский район, в свою очередь, гордится людьми, которые собственным примером показывают, что вопреки обстоятельствам можно увлекательно и радостно жить. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.